Так, пацаны, пошли играть. Бомбей казино. Сейчас все деньги проиграют. А может быть, выиграют. Ну а я задним ходом от казино подальше. Это не реклама. В городе Капчагай просто игровая зона. Играют здесь люди. Больше у нас в Казахстане нету официально разрешенных мест, кроме как Капчагайская зона и что там еще, Боровое Щучин, что ли, там в той стороне казино. Ну, это, кстати, вот как с Советского Союза вот эта вот построечка была, так она и стоит. Вот она, никому не нужная. А вот это вот построено, и оно не функционирует. Вот это Карлтон. Карлтон какой-то. Деньги вложенные, но не функционирующие. Казино Стар. Астра Голд. Оно тоже какое-то чахлое. Ну а вот это вот Аладдин. Такая у него построечка с восточным стилем. С куполами. А это Иксо. Ну это уже они как бы на отшибе стоят, эти заведения, и мало кто сюда захаживает. Но тем не менее, есть своя клиентура у них. Не имеет значения. А здесь солнечные панели, солнечная электростанция, подпитка для этих казино. Деньги есть у них. Развязка мост на Казахстан, так называемое направление. Сейчас вот так как бы вниз спускаемся в такую ложбинку. Там электростанция стоит, гидроэлектростанция. Капчагайская электростанция стоит там. Ну а здесь вот Freedom, такая зона для отдыха, для купания. Как бы она такая блатная зона. Не из дешевых мест. Здесь проводятся такие музыкальные мероприятия, типа электронной музыки крутят туда-сюда в какое-то определенное время. Много молодежи оттуда пьяных выходят на дорогу и кончают свою жизнь на этой трассе, в этом месте. Алкоголь, кайф, хорошее там веселое настроение, безрассудство и все, один путь. Побалдел, вышел и на покой. Так, ну вот здесь начинается то место, электростанция, река Или. Это вот там Или, река, станция электричества, которая вырабатывает. А это Капчагай. Воды мало.
Ну, здесь, в этом месте, самое глубокое место Капчигая, что-то около 45 метров получается. Скала место называется. Так, ну и все, поперли, зона разгона. И можно чуть-чуть поднавалить. Кстати, вот здесь стоят камеры, которые считывают номера и потом оплату платной дороги. А это Капчигай открылся полностью. Полный штиль на Капчигае, полная гладь стоит.